сказала, что у меня на данный момент, что у меня болит. Сказал попить таблеточек, рассказал, какие. Все-таки это что-то, как говорится, это же сказал доктор, так что большое спасибо, конечно, помогли. Ну, чтобы добраться, надо дизелем ехать, где-то километров 20. Потом автобусом на одном, потом на втором. И только я мог попасть на это самое, в больницу. Доктора здесь нет. Take photographs of fun, have fun.